Здравствуйте, дорогие! Меня зовут Бухян, я кореянка, которая говорит на русском. Мы здесь говорим про правильный корейский уход, про корейскую косметику, немного о корейской культуре. И сегодня мы будем делать мою любимую вечернюю рутину в последнее время. Это использование вот такого вот гуаша и масла для лица, чтобы сделать легкий массаж. Я хочу сразу начать с ухода, потому что сейчас я умылась. Мне нужно сразу увлажнять кожу. Вы знаете, что я не люблю эту сухость, когда кожа стягивается. Вы тоже, когда умываетесь, сразу увлажняете. Вот такой вот тонер тоже от Keep Cool для хорошего увлажнения кожи. Кстати, не обращайте внимания на вот эту зону. У меня здесь образовалась такая небольшая рана, потому что когда играла с ребенком, там, в общем, есть небольшая рана. Из-за этого пришлось заклеить пластырем. Вот. Это такой пластырь must have, потому что Буха тоже, мой ребенок, часто царапается, чтобы не оставалось шрамика. Хорошенько-хорошенько увлажняю. Кожа во время зимы, осени у меня очень сухая. Я люблю масла для лица. К сожалению, не так часто бренды делают хорошие масла, чтобы было хорошо увлажнение, при этом, чтобы было легкое, не забивали поры. Вот. И нашла именно такое масло в этом году, поэтому очень-очень счастлива. И очень многие просили делать видео про массаж лица. Вот, поэтому, наконец-то, я его делаю. Наношу в несколько слоев, так как мы будем использовать масло, я не буду сильно увлажнять, просто сделаю тонер и вот такой вот эссенс от бренда Isn't 3 с гиалуроновой кислотой. Он очень хорошо увлажняет, но при этом текстура легкая, поэтому как раз уже заканчивается. Так вот. Давайте пока будет впитываться, расскажу про масло. В общем, это бренд Keep Cool. У них есть вот такое вот интересное масло. Когда я его сразу видела, вот такого вот синего цвета, сразу захотелось попробовать, потому что это не красители. Данное масло на 100% состоит из натуральных масел и 8 разных компонентов. При этом масло очень легкое и отлично-отлично увлажняет кожу. Вообще масло можно использовать как для лица, так же на кончике волос, для тела. Поэтому я их очень люблю. Вот. И он идет в наборе с таким вот интересным гуашем. В общем, гуаш я тоже люблю. Я люблю массаж, разные массажеры для лица. Вот. И мне понравился вот такой, потому что он красивый, но и потому что он портабельно очень маленький. Вот. В принципе, не обязательно, чтобы он очень был большой. Единственный минус в том, что он может разбиться, если его уронить на стекло, например. У нас полы просто каменные, поэтому один раз у меня разбивалось, поэтому пришлось купить новый. Покажу вам, как я обычно делаю. Все очень легко, вот, и нужно запомнить просто несколько моментов, два момента очень важных. Первое, когда вы делаете массаж лица руками, гуашью, массажером, никогда не давите очень сильно до красноты, потому что это может вызывать раздражение, повышать чувствительность кожи. Легким движением все равно есть эффект. Второе, любые движения на коже лица, когда даже мы делаем массаж, когда не делаем, наносим средства, всегда делаем только наверх. Вот, например, если вы умываетесь, не умываетесь вот так. Делайте только, мы обычно делаем вот так, умываемся, да? Или когда мы наносим средства, делайте вот так. Тук-тук-тук-тук-тук, не так впитывайте, а именно вот так. И если мы делаем массаж, то делаем всегда наверх. Потому что нам нужна упругая кожа. Вот. И наносим достаточное количество масла. Не очень удобно, конечно, без зеркала. Вот, на половинку и на лоб. И почему, когда делаем массаж, мы наносим масло? Потому что, когда мы только на обычную сухую кожу будем делать массаж, сильно будем тереть. А если масло, более гладко получается. Поэтому есть такой эффект, что мы меньше раздражаем кожу. Вы можете нести достаточное количество, потом после массажа немножко убрать тонером. Но когда вы делаете массаж, не жалейте. Есть вот эта сторона. Можно использовать все стороны. Это вот здесь. И вот так вот поднимаем. И самое интересное, когда мы делаем регулярно этот массаж, даже после первого раза, сразу видно, что здесь подтягивается. Но эффект такой недолгосрочный, поэтому нужно делать каждый день, ну хотя бы через день. Так вот мы делаем. Раз примерно 10. Вот здесь, где у вас есть. Потом используем вот эту зону и делаем вот так.
Не делаем слишком сильно, вот так. Это именно тот способ, которым я пользуюсь. Некоторые еще делают, именно здесь есть у нас кость, можно сделать даже вот здесь, вот так. Или, знаете, как будто стресс снимает. Очень люблю массаж и лица, и тела. Особенно это полюбила с возраста. Вот это прям такой релакс. И при этом это не занимает много времени. Вот так мы делаем. Потом делаем опять здесь, вот здесь. Но у меня сейчас вот из-за этой наклейки шрамика неудобно. Вот так вот мы поднимаем. И также лоб делаем вот эту штуку наверх. Вот так вот мы делаем. Хочу сказать, да, что я не профессиональный массажист. Вот именно поэтому я как бы немножко побаивалась вам даже рекомендовать. Вот, но просто этот набор очень такой вот легкий, который могут делать все. И достаточно легко это все делается. Здесь тоже повторяю. И когда вы делаете одну часть, сразу видно, что эта часть становится более подтянутой. Делаем вот так вот. И потом, как бы говорят, что вот сюда мы сейчас убираем все токсины, все загрязнения, и потом выбрасываем вот сюда. Поэтому вот так вот спускаем. Вот это единственное движение, когда мы делаем вниз, потому что мы как бы выбрасываем вот сюда в шею, вот так вот. Или можно только вот так делать, вот здесь. Если вот эту часть мы делаем наверх, то вот здесь мы как будто бы убираем токсины с кожи вот так. И это тоже очень приятно на шею. Так. Так. Здесь тоже. Именно вот здесь можно делать не наверх, а вот вниз. Сзади шеи. И это очень приятно. И сам немножко аромат масла натуральный, очень такой, знаете, расслабляющий, успокаивающий. И потом оставшееся средство так впитываем в кожу. Как я вам говорила, если вам слишком много масла вы не любите, берите ватный диск, намочите увлажняющим тонером, пройдитесь, чтобы увлажнить масло, а потом можно увлажняющий крем или лосьон, который вы обычно используете. Мне очень нравится этот ритуал, занимает всего 5-10 минут, но при этом это, в принципе, и хорошо и для кожи, и для всего вот скул лица. Поэтому это самый первый способ массажа лица, которым я делюсь с вами, потому что это очень удобно и просто. Вот такой вот набор. Мне очень понравился от Keep Cool, поэтому решила вам показать. Если у вас есть другие массажеры, тоже вы можете их использовать. Многие спрашивают про Face Fitness, но так как я никогда не занималась и не могу сказать пока какое-то точное мое мнение, но, конечно, есть эффект, есть там даже Face йога, вот, я думаю, что если делать его регулярно, правильно, то может действительно что-то улучшиться, но примерно, прям таки вот до-после бывает много-много морщин, потом вы сделали фейс-фитнес, и у вас так прям супер сильно подтянулась кожа, я думаю, что такого быть не может, вот, поэтому все в меру. Еще отличная новость, я попросила бренд выделить 3 таких набора для вас, мы будем разыгрывать такой набор, потому что я очень хочу, чтобы вы действительно попробовали данный продукт. В составе идет масло для лица и вот такой вот гуашь. Напишите, пожалуйста, в комментариях вашу электронную почту, почему вы хотите этот набор и какой у вас тип кожи. Рандомно буду выбирать через неделю, следите, напишу в инстаграме и также в сообществе, оставляю подробности внизу под видео. Я надеюсь, что видео было полезным, интересным для вас. Если да, то поддержите вашим лайком. Не забывайте подписаться на мой канал. До скорой встречи. Пока!